Друзья, всем привет! Вот пришел, буду сейчас разбирать второй мешочек. Ну, вот эту вегу с плеером я, наверное, оставлю напоследок. То есть сейчас посмотрим, что в мешке, а потом вот что в этой веге. Вообще я такие уже разбирал. Бывает, попадаются в них КМ. Эту я немножко посмотрел. Вроде как, ну, нету. Может быть, год уже какой-нибудь, 93-й тоже. Ну, в общем, сейчас уберу их и будем смотреть, что в мешке. В мешке импорт, как бы я тоже смотрел сверху так. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Поехали. Так, такие вот платы. Не знаю тут что взять. Так, ну вот эту можно на латунь, на медь, вернее. Микросхем не видно. Будем разбирать, потом смотреть. Потом вот такая вот, это что у нас, блок питания. Тут он пустой, но платы есть. Вот еще посмотрим тоже. Так, вот материнская плата, чипик, вот мостик присутствует. Тут может еще один. Дальше. Так, вот такая релюшка есть, две даже. Вот еще одна, да, это реле. Две вот такие микросхемки. Ну вот, медь, радиатор. Здесь ничего нету. Так, это телевизор. Заберу бачата. Хочу побольше их накопить, попробовать прям с большого количества. Ну, вот эту микросхемку. С этой стороны ничего. Так, вот такая плата. Это у нас плата от УПСника компьютерного, без источника бесперебойного питания. Ну, алюминий заберу, радиаторы, вот эти релюшки. Микросхема он есть. Вот тут тоже. Ну, может, а, вот еще. Так, следующее. Тут телевизионная. Тоже заберем. Флоппи дисковод. Там тоже четырехсторонняя микросхема есть. Так, еще один. Это телека. Тоже вот здесь вот в коробочке серебро есть, пятаки такие круглые, тоже собираю их. Так, потом вот еще один УПСник, немножко другой, тоже вот 4 релюшки. Но тут маленькие микросхемки еще присутствуют. Так, дальше панель, это, наверное, стиральная машинка была. Ну, вот микросхемы такие есть. С этой стороны ничего. Дальше. Так, за мешок я этот отдал 200 рублей, но вот смотрю, тут уже, судя по материнским платам, я его оправдал. То есть вот опять материнская плата. И вижу еще одну. То есть 100% уже вот они перекрыли эти 200 рублей. Так, дальше. Это у нас, наверное, видеомагнитофон. Тут вот такая штука. Медный радиатор. Микросхемки. Полубачата. Железо немножко будет. Так, опять вот какой-то импорт. Залитый весь. Ну, вот эти вот с радиаторами заберу. Так, а вот это, похоже, уже не импорт. Вот такая вот плата. Похоже, что что-то советское. Ну, да, тут микс. Уже вот эти вот индикаторы не импортные. К1017 вон вижу. Ну, отечественные микросхемы присутствуют. В общем, взять. А, вот, кстати, какая керамическая, хорошая одна. Так что тут, оказывается, не только импорт. Так, опять вот. Это у нас источник, наверное, бесперебойного питания. Ну, тоже всего понемножку есть. Это плата вот от ламп. Тут, по-моему, брать с них, кроме транзисторов, вот этих на волоски,
Больше нечего. Так, дальше. Это блок питания, мне кажется, от современных телевизоров. Вот. Так, что еще вижу отечественную плату. Позвонил телефон, пришлось ответить. Ну вот, еще одна отечественная плата. Это от калькулятора. Супер интересного ничего такого нету. Есть вот одна микросхема. Кнопочки посеребрения. 315. Наверное, КС-ка вот это. Что-то не вижу. Да, это КС-ка какая-то. И тут вот блока питания вот тоже. 315. Ну, старенький был. Так, дальше. Надо тут все поположить. Это я не знаю, что такое было, но вот микросхемки есть. Релюшки. Наверное, стиральная машина тоже. Так, сейчас отключусь, вывалю все. Так, все вывалил. Отечественного вроде больше ничего не видать. Ну вот, пошли платы от автомобильных магнитофонов импортных. Ну вот, там микросхемки есть. С этой стороны тоже вот, кстати. Вот такая, не знаю, что это, тоже какая-то микросхема. Ну, вот тут еще одна. Видеокарта. Оп, видеокарта тоже хорошая. Так, это лампы. Это не знаю, что такое. Ну, микросхемы все поснимаю. Это, наверное, блок питания компьютерный. Ну, импорт, как говорится, есть импорт. Причем такой. Не очень хороший. Что-то все паяно. Так, это вот у нас DVD-проигрыватель был. Микросхемки берем. Ну, что тут еще интересного? Платы от магнитофонов, видимо, китайских. Тоже заберем от чата. Вот еще DVD-шника тоже. Здесь уже вот есть на шарах микросхема памяти. Так, ну и тут что еще такого интересного? Особенного ничего, как бы по мелочи можно что-то взять. Коробочка какая-то, ничего такого. Так, какой-то вот Орион, это был зарядное устройство уже на импортных деталях. В принципе, как бы и все. Сейчас я, в общем, с этим совсем разделаюсь. Мышка там еще вон. И посмотрим, что получилось. И будем разбирать Вегу, потом и плеер тут. Так, разобрал я весь мешок этот. В общем, остались вот две платы. Советские, видеокарты. Ну, материнки, соответственно. Вот, магнитофон Вега и плеер вот этот сейчас разберем. Так, материнские платы снимал, алюминий оторвал, мост один, ну, заберу себе. И сейчас вот немножко хотел по импорту подвести, скажем так, маленькие итоги, сколько чего получилось. Давайте взвесим. Вот столько получилось меди. Так, и вот еще. Короче, 286 грамм меди вышло. Так, сейчас отключусь, высыплю ее сразу. Потом алюминий вот. Грамм алюминия получилось. Так, всяких разных микросхем двухсторонних,
59 грамм. Вот столько получилось четырехсторонних. Одна микросхема вот с мышки с желтыми ногами. Одна вот память ДДР-ка. Две релюшки. Остальные релюшки я разобрал, то есть, ну вот в меди уже были эти. И вот от релюшек контакты. То есть я их поскусил все. Вот, это все, что удалось забрать с импорта. Еще плюс получилось 4 килограмма 800 грамм меди. Ой, меди, плат. Ну, все, сейчас уберу, разберу вот это вот, покажу потом, что получилось. Ну и вообще магнитофон посмотрим, что внутри. Ну и последняя часть, вот плеер. Кассетный, китайский. Короче, я его открутил уже. Тоже платка есть, вот пару микросхем можно забрать. Ну, ту еще не откручивал, ладно, потом отключу, покажу. Так, магнитофон, ну, в таком вот он состоянии, уже разобранный, что-то там его то ли починить, то ли что пытались. Динамики есть, вот второй, ну, уже порванный он. Ну, платы как бы сильно так не рассмотреть. Тут, вот тут, тут. Сейчас я их вытащу и посмотрим уже повнимательнее. Все, разобрал магнитофон полностью. Вот остались одни платы. Ну, как бы ничего особенного тут такого нет. Полевички, транзисторы, ой, полевички полубачата, транзисторы, флажки. Вот такие вот. Микросхемы, кстати, с желтыми ногами некоторые. Вот. Некоторые белые. Вообще 92-го года магнитофон, судя по микросхемам, по надписям на микросхемах. Ничего сверхъестественного тут нету, но все же КМ-ки на них попали. Сейчас покажу. Вот лицевая панель. Это от плеера, плата китайского. Как бы все равно взять есть что. Вот. И на двух платах тут вот с этой стороны вот так вот это выглядит. То есть полубачата и все, в принципе. А здесь вот есть КМ-ки, смотрите. Вот. Две штуки. Одна. Вот еще две. Вот еще одна. И вот на вот этой большой тоже где-то я тут видел. Вот еще две КМ-ки. Так что КМ-ки в них все равно есть, но они уже бескорпусные. В общем, сейчас я все поскушу с них. С этих плат тоже вот двух. Видеокарту я не буду разбирать. Я их хочу подсобирать. Штукцать. Несколько побольше, короче, и мы потом их разберем, просто посмотрим, сколько от них по микросхемам выйдет, по ламелям, по мостам. Все разбираем. Все я отпаял, все я разобрал. Что у нас получается? Меди чуть-чуть, 3 315 до 84 года, это позже, которые идут уже. Забрал вот эти микросхемы, здесь волоски. Ну вот, полубачата, транзисторы желтые, флажки, светодиоды. Один полевичок был в микрофоне. Желтенькие, бескорпусные. Вот эта кучка микросхем желтая внутри. Это белая. Ну и немного латуни с алюминием. Такой вот получился результат с этого мешка. С двух результатов получается. Всем спасибо за просмотр.